В Абаканской школе искусств появился новый корпус. Сегодня его торжественно открыли, и ученики увидели. Теперь и стены им будут помогать постигать прекрасное. Новый корпус стилизован под классику. На окнах лепнина, на выходах колонны. В школе появился просторный актовый зал и мастерские для занятий, где ребята смогут осваивать азы живописи и керамики. Расширение площади позволит увеличить количество учеников как минимум на 100 человек. А самое главное, учиться им теперь станет намного комфортнее. Больше места, больше свободы для творчества, больше места, где можно учиться. Стало учеников больше, стало учителей больше, как бы разнообразие, инструменты новые появились. Заметим, что условия меняются не только в школе искусств. Сейчас идут еще две стройки – в музыкальной школе и художественной. Новые корпуса там появятся в следующем году.